А о том, что же такое опрессовка, это страшное слово, которое пугает жителей, мы поговорим с заместителем начальника управления жилищно-коммунального хозяйства города Челябинска Александром Кочерещенко. Здравствуйте, Александр Ипполитович. Здравствуйте. Ну, расскажите нам, что же это такое опрессовка и зачем она вообще нужна? Ну, пугаться здесь не надо. Почему? Потому что опрессовка – это регламентные работы, которые должны быть проведены вне отопительного периода, для того, чтобы мы с вами зиму прожили спокойно, счастливо и в тепле. А почему опрессовка проходит каждый год? Вот нельзя сделать, допустим, один раз и на несколько лет? Значит, смотрите, у нас неравномерные трубы по прокладке. Я имею в виду, что какие-то трубы строились в 20-х годах, в 30-х, 40-х, 50-х и так далее. Вырастают новые микрорайоны, там новый трубопровод. В старых микрорайонах старый трубопровод. Поэтому для того, чтобы у нас с вами, как я сказал, было тепло зимой, спокойно, чтобы не было прорывов, чтобы наши автомобилисты спокойно ездили по дорогам. Значит, поэтому и проводится ежегодно, невзирая на то, когда был проложен трубопровод, проводится ежегодная опрессовка. То есть поднимается до опрессовочного давления, до 16 атмосфер. Если выдерживает, там есть регламент, так скажем, определенное количество времени, значит, она прошла опрессовку. Если не прошла, это слабое место, которое может дать утечку, например, в зимний период. Всех жителей интересует такой вопрос: за чей счет проходит эта опрессовка? И вообще, допустим, в квитанции жильцов включается стоимость? Нет. В квитанции жильцов, если мы имеем в виду опрессовку, вот смотрите, давайте разделим. Существует опрессовка наружного трубопровода, это теплотрассы, которые у нас проходят, сеть теплотрасс, внутриквартальные, центральные и так далее. Значит, и внутренние сети домовладения. Значит, и прессуются они, по крайней мере, так у нас сказано в распоряжении, указано в распоряжении, что они должны быть отпрессованы в один и тот же опрессовочный период, то есть в течение 2 недель. То есть управляющая или обслуживающая организация должна успевать также за 2 недели отпрессовать дом, промыть его и сдать инспектору тепловых сетей. За эти же 2 недели проводятся прессовочные работы на наружных сетях, также отпрессовываются, промываются и принимаются комиссионно. Значит, что вообще, для чего всего это делается? То есть, почему все разом, получается, прессуются? Ну, во-первых, для удобства жителей. То есть, чтобы мы с вами испытывали, так скажем, определенные неудобства в отсутствии горячего водоснабжения всего 2 недели. Конечно, бывает, выходит за эти сроки, тогда, когда не выдерживает какой-нибудь из трубопроводов, или наружный, или внутренний, тогда срок удлиняется уже и начинает проведение капитального ремонта. Значит, был вопрос, за чей счет. У нас с вами в графе, как я такой же житель, у меня тоже есть графа обслуживания и ремонт. Вот в эту графу обслуживания и ремонт входят опрессовочные работы внутри домовых систем. Ну а почему именно 2 недели? Вот кто устанавливает эти сроки? Значит, существует СанПин, что отсутствие горячего водоснабжения недопустимо более 2 недель. То есть трубы не должны быть пустыми более 2 недель. Это для того, чтобы не развивались бактериальные или грибковые какие-то образования. Значит, чтобы не пугать, так скажем, людей, если отсутствие горячего водоснабжения существует в трубе, то есть в трубе нет вообще никакой воды, вот это недопустимо. Допустимо, что горячей воды может не быть и на больший срок на проведение капитальных ремонтов по тому же СанПину. Значит, но тогда по трубе должна быть пущена холодная вода. Это для того, чтобы было промывание этой трубы. На дворе 21 век, интересно, материалы совершенствуются в нашей этой сфере? Конечно, совершенствуются. То есть вот при замене, например, наружных трубопроводов, сейчас идет использование трубы уже с готовой изоляцией, то есть заводской ППМ или ППУ, это пенополиуретановые изоляции, значит, они более долговечны, они предназначены на срок эксплуатации более 50 лет, позволяют прокладку производить уже безлотковую, то есть не использовать железобетон, то есть при существующих технологиях. И в некоторых случаях позволяют обнаружить утечку уже более локально. Ну что ж, большое спасибо. Очень важная, очень подробная информация. Дорогие пожалуйста, друзья,
Сегодня в гостях нашего утра был Александр Кочерещенко. Всем, у кого отключат воду, желаем набраться терпения. Список отключенных домов можно найти на нашем сайте utro.1obl.ru. Мы вернемся в студию буквально через пару минут. Значит, желаю всем малого отсутствия горячего водоснабжения, ну и хорошего лета.